Всем доброго дня! Сегодня готовим мясо, запеченное в духовке. Это очень удачный рецепт. Мясо получается мягким, сочным, ароматным. Оно хорошо как в горячем виде, так и при холодной подаче. Итак, берем мясо, свинину. Я нарезаю сразу порционными кусками. Так, это поглубже разрез делаете. И солим, перчим, посыпаем острым перцем. Берем чеснок, который измельченный очень, и прямо вкладываем в эти разрезы. И также сверху нужно еще натереть зерновой горчицей и, конечно, травами к мясу, желательно натуральными. И оставляем мариноваться не менее 2 часов. Затем выкладываем мясо в емкость, накрываем фольгой. Желательно, чтобы было 2 слоя фольги. Хорошо это все уплотняем и ставим в духовку на 190 градусов на 1 час. Затем вытаскиваем, снимаем фольгу и ставим еще на 20-30 минут. Все, мясо готово. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Всего доброго, пока-пока!